Это удивительный феномен. Ведь почти 100 лет прошло, а зритель сегодня аплодировал взахлеб. Да? И будут смотреть, и будут аплодировать. Да, ребятки, подумайте туда. Мало того, что музыку вроде бы Чаплина, но сегодняшних молодых людей. И каждый раз фильм получается разным. Они не дублируют задумку, да? Она каждый раз меняется, и каждый раз становится чуть-чуть другой. Может быть, мы с вами меняемся каждый день. Может быть, мы становимся чуть-чуть другими. Они играют очень по-разному. Чуть-чуть меняется состав, и тут же меняется подход к фильму. Они, конечно, очень много.